Важные дела намечаются у животных из Иркутского зоосада. Уже скоро они будут помогать реабилитироваться и социализироваться детям-инвалидам и сиротам. С будущими лекарями познакомилась Юлия Шинкарюк. Енот Полоскун Платон спешит пообщаться с журналистами и рассказать о своей гордости. Трое его отпрысков прошли отбор и стали волонтерами. Им предстоит реабилитировать детей, у которых нет родителей. Терапию с животными решили проводить сотрудники Иркутского зоосада. Идею оценили на федеральном уровне. Проект получил президентский грант – около 3 миллионов рублей. Деньги направят на содержание лекарей. Вот этому малышу 2 месяца, но он уже скоро сам будет пушистым волонтером-доктором ездить к ребятам. В детские дома на выездные занятия будет помогать им социализироваться. В списке дел енотов еще и реабилитация детей-инвалидов. К ним будут ездить на дом. Всего в штате 32 пушистых и пернатых волонтера. Они легко идут на руки и проявляют интерес к людям, как, например, нутрия. Она себя ведет очень хорошо, достойно, прилично. Ногти не съешь. Очень доброжелательная. Хочется, говорит, погрызть, а что-то не грызет. Да, она вот даже пробует на вкус очень аккуратно, осторожно. Ну да, я не почувствовала боли. Чтобы такой контакт был безопасен, животных прививают, а перед каждым выездом их обязательно проверит врач. На это тоже пойдут средства гранта. Проект рассчитан на 13 месяцев. За это время 780 ребят пройдут зоотерапию. Ее положительный эффект уже доказан. Он способствует снятию стресса, как-то уравновешивает именно атмосферу в семье, в коллективе, да, благоприятно влияет, разгружает. Момент зоотерапии, он как бы недостаточно популярен еще у нас в России, то есть за рубежом давно используется эта методика, а у нас она только начинает набирать обороты. Чего не скажешь про ипотерапию. В Иркутской области лошади давно успешно ставят на ноги детей-инвалидов. На счету животных сотни благодарных и счастливых пациентов. А самое главное, взамен звери-лекари ничего не просят. Юлия Шинкарюк, Марина Минченко. Новости по будням.